флагманами все просто. Там несколько брендов и несколько флагманов. А вот с бюджетниками гораздо сложнее. Огромное количество разных устройств. И недавно компания Huawei, это один из лидеров в этом сегменте, представила свой новый середнячок. Huawei Nova Light 2017. Смартфон выполнен в металлическом корпусе, не только прочном, но и выглядит он гораздо лучше пластмассы. Зарядка через привычный microUSB, стандартные кнопки управления сбоку и слот для двух сим-карт или microSD флешки. Разблокировка происходит через Touch ID, аккуратно под указательный палец. Камера 13 мегапикселей, и выглядит она поинтереснее, чем у других китайских конкурентов. Есть быстрый фазовый автофокус, а также такие плюшки, как автомакияж, съемка по распознаванию улыбки и даже слоу-мо. Селфи-камера 5 мегапикселей. Нельзя сказать, что это много, и гаджет заточен под себяшки, но для инстаграма, видеочатов и стримов вам хватит. Дисплей стандартный, не лучше и не хуже конкурентов. IPS-ка хорошо чувствует себя на солнце. Но мне нравится его компактность, 5 дюймов как раз для одной руки. А еще он довольно экономичный, разрешение HD. Автономность – сильная сторона устройства. Размер батареи даже больше, чем у некоторых флагманов. И проработает гаджет у вас около 2 дней. Если вы, конечно, не будете постоянно играть. А поиграть тут будет во что? Ну, для бюджетника. Процессор Snapdragon 425, оперативной памяти 2 гигабайта. А вот встроенной не так много, 16 гигабайт. Так что будьте бдительны. Все карты, музыку и фото лучше хранить на microSD флешке. Android здесь стоит самый новый, 7-й, вместе с обновленным интерфейсом Emotion UI 5.1. Система очень простая, чем-то напоминает iOS. Есть управление жестами, довольно удобно для потребления контента. Тем более здесь есть 4G для быстрого интернета. В коробке джентльменский набор, документация, microUSB кабель и адаптер зарядки. Huawei Nova Light 2017 – это такой гаджет ничего лишнего. Особенно здесь выделяется камера и аккумулятор. Главный его конкурент – это Xiaomi Redmi 4. И да, он будет помощнее. Но Huawei Nova Light имеет гораздо более интересную камеру, на мой взгляд. Так что решайте сами. Узнать о нем более подробно поможет ссылка в описании. А при заказе у нас на сайте вы сможете оформить бесплатную доставку до ближайшего к вам магазина ноу-хау. Оформите онлайн-кредит, не выходя из дома. И не забывайте, обмен возврат 30 дней. Можно вернуть гаджет, если он вам не понравился. Всем пока!